На пульт центра оперативного управления поступило сообщение. Горит квартира в одном из домов по улице Малинина. Когда спасатели оперативно прибыли к месту вызова, из-под двери однокомнатной квартиры, расположенной на четвертом этаже девятиэтажного дома, шел дым. При помощи специального инструмента работники МЧС вскрыли дверь. При проведении разведки звеном газодымозащитной службы на полу в жилой комнате был обнаружен и спасен хозяин, пенсионер 1966 года рождения. Медики своевременно оказали ему помощь. Одна из версий причины возникновения пожара – неосторожность. Обращение с огнем при курении.